Здравствуйте, меня зовут Кирилл, я специалист компании Kony Global Security и ProVideo Market. Сегодня нам доверили Skypark, это новый развлекательный детский центр. Мы будем вешать 18 камер марки UniView и одну камеру марки ST. Погнали! Утро следующего дня. Вчера мы раскидали 11 камер, вот, раскидали проводку для 9 камер из них. Сегодня будем делать проходные отверстия, будем крепить камеры на фасаде, смотреть за периметром. Вот как-то так. Обжиматься. Работаем с Антохой. Обжиматься, крепиться. Да, обжиматься, крепиться, всякие мелочи, эстетика. Объект идет легко, все хорошо, тьфу-тьфу, ни сучка, ни задоринки, так что классно, работаем дальше. Все, день номер 3. Мы уже заканчиваем. Нам осталось повесить 3 камеры, 2 улицы, 1 помещение. Вот мы готовимся, будем ставить коммутатор. Здесь подадим к нему 220. Выведем блок питания. Одна камера будет висеть где-то здесь. И 2 камеры по углам. Автомойка, автомойка. Будем смотреть вот этот весь пролет. Всю парковочку. Готов работать? Так точно. А то. Все, сегодня закончим. Yeah.
все закончили. Третий день по счету. Время 5:36. Висят 18 камер. Одна из них варифокалочка. Сделали, получается, у нас 6 улиц. Все остальное внутрянка. Там очень много закутков. Это детский центр. Везде будут бегать дети. Нужно все видеть, все смотреть, все просматривать, чтобы никто никуда не залез, ничего не случилось и так далее. Так что мы закончили 3 дня. Наши Dream Team прекрасно справились. Заказчица довольна, заказчик доволен. Договора все подписаны. Все оплачено, все замечательно. Так что, ребята, заказывайте комплект видеонаблюдения любой сложности, IP, AHD, неважно. Вот так выглядит монтаж мобиль. Миллион перфораторов, шуруповертов. Ну все, Skypark, пока.